Людям, родившимся в год свиньи, следует быть осторожными, но и не бояться сложностей и грядущих перемен, которые могут повлечь к серьезным событиям в будущем. Этот год отлично подходит для развития, открытия новых возможностей и горизонтов. Заводите новые знакомства, они вам очень помогут. В этот год вы можете хорошо продвинуться как в карьере, так и в личной жизни. Помогут в этом прошлые заделы и благая репутация. Можете занять высокую должность, где появится больше ответственности и обязательств. Этим можете привлечь недоброжелателей и завистников. Нужно внимательно относиться к документам и деньгам. Одинокие представители этого года встретят свои половинки, но не сразу смогут разглядеть потенциал этих отношений. Молодые недавние отношения смогут перейти на новый уровень, а у семейных все хорошо, так как прошлые испытания укрепили их отношения. В целом, с 2023 года начнут реализовываться все ваши идеи и планы. Удача будет на вашей стороне, но не думайте, что не прилагая усилий, вы добьетесь результата. Нужно будет изначально взять все в свои руки, контролировать ход событий, а где-то и управлять им.